Спонсор рубрики – группа компаний «Спецэнергострой». Официальный сайт – спецэнергострой.ком. Всем привет! Это программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Ну что ж, продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные пермские дороги. Готовы? Тогда поехали! Погоду мы сегодня трогать не будем. Я имею в виду то, что снег выпал. Мы подробно об этом рассказываем в наших информационных выпусках. Так что смотрите наши новости или смотрите их на нашем сайте vetta.tv. Сегодня мы вновь поговорим вот об этом пешеходном переходе в микрорайоне Садовый на улице Гайдара. Мы уже несколько раз рассказывали об этом пешеходном переходе, то, что здесь произошел, не провал, а все тут поломалось, так скажем. После этого починили якобы, вот, пожалуйста, кусок асфальта положили. И сейчас, вдруг кто не видел, напомним, как это выглядело изначально, а потом пойдем дальше. Вот после того, как здесь отремонтировали, мы удивились, почему же положили асфальт, а не сделали так, как должно быть. Ну ладно, якобы получилось прочно и надежно. Хорошо, но есть одно «но». Сам лично проезжал, и вот здесь, перед пешеходным переходом, вот этот кусок асфальта, ты как будто в него вдалбиваешься на машине. Это, конечно, очень ощущается и, не знаю, не очень это хорошо. А все почему? Да потому что вся эта конструкция, которая была изначально, она просто-напросто разваливается. Это прекрасно видно. В результате вот такие вот небольшие провальчики на каждом участке. А вот этот кусок асфальта действительно прочен, надежен. Ему и что? И судя по тому, какой здесь интенсивный транспортный поток, вот вся эта конструкция, на мой взгляд, вообще до весны может не дожить. Не знаю, что тогда будем делать. Посмотрим, поглядим. Ну и вторую часть нашей программы мы хотели бы вновь посвятить вот этому островку, который находится также в микрорайоне Садовый, около остановки Ушинского. Вот здесь, друзья, стоять запрещено, согласно правилам дорожного движения. Но стоят многие, в том числе учебные машины. Если вдруг кто не знает, то мы сейчас напомним, почему здесь стоять, собственно, запрещено. Да потому что нет соответствующего знака, что здесь парковка. То, что касается учебных машин. Так вот, мне один знакомый рассказал, что его супруга сдавала экзамен. Инспектор ей сказал: девушка, припаркуйтесь. Так она неопытный же водитель. Вот она и припарковалась прямо здесь. В итоге, разумеется, не сдала. А вот когда учатся начинающие водители, то почему-то инструкторы им разрешают здесь парковаться. Ничего не понимаю. Поэтому, если здесь все-таки появится соответствующий знак, я приеду и скажу спасибо. Наконец-то, наконец-то. Ведь, по сути, он здесь никому не мешает. Тут две полосы. И в другом направлении две полосы. Все логично. И пусть здесь будет парковка. Такое пермское ноу-хау. На сегодня все. Это была программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Увидимся завтра в это же время. Хорошего всем настроения. Ну и самое главное – удачи на дорогах. Пока!